Привет, друзья! Сегодня, помню, 3 марта 2019 года. Хочу вам показать лайфхак для водителей автомобилей в кузовах седан. Ну и те автомобили, ну сейчас вы меня поймете, о чем я говорю. Лайфхак. Чтобы долго ездить и спина не болела, вы подкладываете себе под попу подушечку, и ваша спина перестает болеть. Поясница, ноги не стягивает, колени не болят, ничего не болит. Все замечательно. Почему так? Сейчас на светофоре тормозну, расскажу, покажу. Вот. Это я когда на него сел, ну я сперва на Ундо сел, у меня-то Ford C-Max, это минивэн, я мог на нем там, больше 1000 километров спокойно проезжать, как бы вообще без проблем, часами мог ехать, сутками мог ехать, как бы спина у меня не болела. Вот. Почему? Потому что у минивэнов, в основном микроавтобусов, сиденье находится вертикальное. У седанов сиденье у нас находится вот именно так. То есть вот такое положение, самое неестественное, самое проблемное для поясничного отдела позвоночника. А поясничный отдел позвоночника несет в себе большие проблемы, если вы его засадили, которые связаны с мочеполовой системой, с ногами, с суставами, с сердцем. Это все поясница наша любимая. Вот. Но и особенно мочеполовая система. Ну, нам же это важно. Весна, красна на носу, а в носу гадость. Вот. Так что это вот всего лишь навсего, если знаешь физиологию и понимаешь как. То есть наш позвоночник имеет S-образную форму. И поймите, в поясничном отделе самые толстые, самые мощные позвонки. Они могут выдерживать нагрузку там, до 2 тонн. Представляете, просто на позвонок ставишь там блок, который 2 тонны весит, он не ломается. Представьте. Вот. Но, соответственно, там идут такие же диски межпозвонковые. Это не тот, который у нас в шее находится. То есть мы умудряемся настолько надежный механизм засаживать, а потом страдать от этого. То есть, если вы хотите на самом деле жить долго и счастливо, всего лишь навсего подушечка, и особенно в зимний период, то есть берете с собой, она вот такая. Ну, то есть, вот главное, что вы это почувствуете, какую толщину подушки надо. То есть, все будет зависеть от высоты до потолка. Вот. Постарайтесь, это ваше дело. Точнее, это ваше здоровье. Если вы к этому серьезно отнесетесь, то классно будет. Если отнесетесь несерьезно, это особенно касается автомобилей, у которых нет подогрева. Взяли из дома такую сидушечку теплую. Можно там самодельную сделать, пенополиуретан. Туда еще, знаете, как лучше? Утеплитель с блестящей, с фольгой, с пениной. То есть, который там, ну, утеплитель такой тоненький. Вот. Пенопласт и сверху вот такой вот утеплитель. И будет вообще супер. То есть, ваше собственное тепло инфракрасное, оно будет никуда не улетучиваться, не будет сиденье обогревать, а будет обогревать ваше тело. То есть, и вы не получите, опять же, тот же самый простатит. Простатит, опять же, причина там переохлаждения задницы, потому что там вот эти сосуды кровообращения там... От переохлаждения сжимаются сосудики, и в мочеполовой системе происходит застой. Застой пришел, готовьтесь. Предстательная железа не получает питательных веществ, то, что там должно помогать работать предстательной железе, и вымывать оттуда то, что не нужно. Вот. Когда у вас происходит застой в мочеполовой системе, то вы получаете большие проблемы. И вырезая, и там, если вам с тыла доктор, рукодельник, пальцедельник будет вам массировать предстательную железу, он абсолютно вам ничем не поможет. Только может навредить.
Вот. То есть вот это внешнее массирование, оно никакой пользы абсолютно не несет. Это такой фейк медицинский. Вот. То есть предстательную железу можно там вылечить другими методами. Садишься на гнездо здоровья и ждешь, когда она у тебя выздоровеет. И да пребудет вам всем счастье. В общем, вот такой вот лайфхак. Если вам понравился, ставьте лайк, пусть друзья увидят, ваши водители. И глядишь, пригодится. Даже просто хотя бы это будет подушечка под попой, серебряшечкой. Это уже будет большое-большое подспорье, чтобы не заработать себе аденому предстательной железы. В общем, всем удачи, всем хорошего дня, весны и спасение утопающих, дело рук самих утопающих.